Максим Астафьев подал документы на участие в выборах. Для этого он посетил избирком, расположенный в администрации Центрального округа. Директор по коммуникациям Омского агрегатного завода намерен зарегистрироваться в качестве кандидата для выдвижения в новый состав городского парламента. Максим Астафьев предоставил пакет документов, который предстоит изучить комиссии. Напомним, претенденты на мандат должны сделать это до 1 августа. Выборы в Омский горсовет пройдут в единый день голосования, 11 сентября. Много сделано уже за последние 5 лет, в том числе и в качестве депутата. Я очень надеюсь, что продолжу эту работу, потому что есть понимание того, какие первоочередные вопросы на территории города, в частности округа, необходимо решать. Это все, что связано с благоустройством, все, что связано с ремонтом дорог, тротуаров, все, что связано с программой догазификации, которая должна, мне кажется, более активно внедряться на территории города Омска. Поэтому вот для того, чтобы, по сути, продолжить то, что было начато, я издал документы в избирательную комиссию.